Всем привет, я Даня Поперечный. Знаете, каждый раз, когда я или кто-то из моих друзей выкладывает фотографию в Инстаграм, мы все время в комментариях встречаем их. Просто постоянно. И вы знаете, это самые мстительные и озлобленные люди на планете. Поэтому я так сильно вдохновился ими, что решил сделать пародию на песню «Hello» исполнительницы Адель от лица одного из таких чуваков. Приятного просмотра! Привет, это я. Я хотел узнать, как ты поживаешь без меня. Ведь ты предал то, что было. Ты обещал, что будем вместе, но сейчас любовь остыла. Привет, ты не слышишь? Я мечтал о нас с тобой, но судьбу не перепишешь. Ты же бросил, сделал больно. Я пытался все забыть, но теперь с меня довольно. С этой болью невозможно жить, и теперь я буду мстить. Уволили из Бургер Кинга, хоть я и хорошо работал. Справедливости ради я им отомщу, и об их уязвимости я всем расскажу. Уволили из Бургер Кинга, и я пишу всем в Инстаграме: промокод ты введи, чтобы их проучить. Халявную хавку сможешь ты получить или нет? Вот такая вот видеопародия. Это ни в коем случае не реклама Бургер Кинга, не подумайте, просто вот в печенках уже сидят эти спамеры и их. Их так много, что хотелось как-то, не знаю, уделить им внимание, чтобы они, может быть, успокоились, поняли, что на них обратили внимание, отъебались. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось и вы хотите побывать на моих стендапах, осталось последнее выступление в Минске. Оно будет 17 числа, вот уже практически через сутки. Обязательно приходите, ссылка в описании. Вот, не пропустите последний стендап в этом году. Будет охренительно, если вы не доверяете или считаете, что не стоит приходить вживую. Просто почитайте, блять, отзывы. Люди в восторге, и, надеюсь, вам понравится. Плюс я по вам пиздец соскучился, и давайте, собирай... Ладно, извините, я не буду делать пародию на Лукашенко. Ссылка в описании, стендап хуй, приходите. А с вами был Даня Поперечный, ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, на что пародию хотели бы увидеть вы и какой спам запарил больше всего вас. Пока!